в общем. Здесь камерка. Будем менять ручной обод. Не знаю, как он правильно называется. Назовем его пока так. Здесь он крепится на 6. На 6 точках. А будем ставить тот, который крепится на 4 точках. Две из них будут совпадать, а две нужно будет просверлить. Соответственно. Почему? Потому что нашли только тот, который на 4 точки крепится. Вот почему. И исходя из этого, раскручиваем. Сверло на 6 уже готово. Так, это убираем. Ставим новое. И одеваем. Так, ножи валяем. И второе тоже. С этой стороны. Наживаем. Теперь оно будет гулять по этой оси, что нам в принципе и нужно. Здесь приблизительно выставляем. Ну и соответственно будем сверлить. Так. Там отверстие на 8 миллиметров, поэтому разгуляться есть где. Так, ключик. Погнали. Один. Соответственно 4. Также эту дугу на 6 можно будет поставить, потому что под нее уже есть просверленное отверстие. Так. Здесь выбираю сторону, как нам нужно направление поставить. И все. Устанавливаем саму бесканерную покрышку. Пробиться тут нечему, потому что здесь ничего не качается. И все. Можно идти ставить на аппарат. В общем, как-то так.